Привет из Вивяскуля, интернет-магазин saunahissi.com. Хотела вам представить финскую косметику для бани и для душа от фирмы Осме. Вилли Дикая Роза, гель для душа и для рук. Такой очень приятный розовый цвет. Аромат дикого шиповника, дикой розы. Настоящий. Основа экстракта масла, то есть масло розы и растительное масло рапса. В Финляндии очень много рапсовых полей, и масло это активно используется. Следующее это березовый гель для душа и для рук. И должен пахнуть березой. Проверим, на самом ли деле это так. Да, аромат очень такой нежный, пахнет березовыми листьями. Береза обладает бактерицидным свойством, в ней есть витамин С и дубильные вещества. Очень полезен для кожи. Следующее это березовая как бы жидкость такая для бани. Бросают на каменку. Сначала разводят в воде. 2-3 таких маленьких дозы, и по всей бане распространяется аромат березовых листьев. Замечательный запах, очень приятный, ненавязчивый, не искусственный, аромат настоящей березы, березовых листьев. Следующее это шампунь березовый, тоже на основе рапсового масла, пахнет березовыми листьями из этой же серии. 250 миллилитров. Очищает кожу головы. Витамин С увлажняет. Следующее это на основе торфа шампунь для волос. Торф тоже обладает как бы таким очищающим свойством. И если вы используете химические какие-то муссы для волос, лаки для волос, то раз в месяц хотя бы нужно очистить волосы от всяких вредных отложений. И торф великолепно с этим справляется. И здесь еще находится очень много минеральных веществ. Практически вся таблица Менделеева. Те полезные вещества, которые нужны, которые через кожу впитываются. И следующее это такие капли с ароматом дегтя. Называется баня по-черному. Пахнет дегтем. Очень приятный аромат. Ну, для тех, кто любит аромат дегтя. Финны очень любят. Это традиционный финский аромат. Спасибо за внимание. Приходите покупать в мой интернет-магазин saunahissi.com.